Деревня Универсиады – лучший студенческий кампус России, и нашим студентам крупно повезло, что они могут там жить. Однако ходят слухи, что жизнь в деревне не такая уж сладкая. Тяжело ребятам приходится из-за строгих правил. Чтобы найти компромисс с руководством, студенты организовали ассоциацию деревни Универсиады. Ассоциация есть, а каким должен быть ее президент? Именно этот вопрос до недавнего момента будоражил всех деревенских жителей. Он иметь должен доброе отношение к людям, уметь и вести себя, и разговаривать с воспитанным, культурным, целеустремленным, ответственным, ну, одним словом, таким, каким должен быть любой студент Казанского федерального университета. Помимо всех вышеперечисленных качеств, новоиспеченный президент должен быть отличным дипломатом, организатором, ну и, наверное, физически и морально выносливым, ведь представлять интересы целого студенчества не так-то просто. Кстати сказать, руководство обещает рассмотреть даже самые смелые реформы новоявленного лидера. Но если у председателя возникнет какая-то сверхновая идея, которая где-то подшатнет какие-то, ну, может быть, устои, если он сможет ее доказать и студенчеству, и администрации, то почему бы и нет? Смельчаки нашлись. Студент второго курса Института массовых коммуникаций и социальных наук Кирилл Зайсанов уверен в том, что он мог бы многое привнести в работу деревни Универсиады. По его словам, у него свое видение идеальной маленькой жизни в их маленьком городке. Хотел сделать пресс-центр, то есть уже настоящий, большой, чтобы там могли записываться подкасты радиоформата. Я уже начал заниматься газетой, библиотекой, то есть скоро у нас будет выходить ежемесячная газета, как я надеюсь. И по поводу библиотеки, уже есть небольшой фонд, мы планируем его развивать. Вместе с Кириллом за место под солнцем, а вернее за место во власти, в борьбу вступила студентка 4-го курса Института фундаментальной медицины и биологии Адина Кульмасова. Адина известна многим нашим студентам, как одна из самых главных активисток университета. Девушка утверждает, что душой болеет за жизнь студентов и сделает все, чтобы каждому комфортно жилось в этом маленьком студенческом мирке. В случае победы жизнь в деревне станет лучше. Все так говорят, конечно, но вы не верьте словам. Лишь действия человека говорят о его действительном отношении к вам. Поэтому победим любя, будем жить любя друг друга. По результатам открытого голосования большинство ребят своим предводителем выбрали Адину Кульмасову. Теперь любовь никогда не покинет деревню Универсиады. Марта Луканина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.